шел Париж к бабушке, сам не знал куда. По пути поймал лягушку около пруда, да закрыв глаза, прошептала вдруг: отпусти меня на свободу, друг. Требуй, что тебе надо, я помочь буду рада, и в награду исполню три желания твоих. Три желания мучат парня, выбрать он не мог, и на первый случай выбрал золото-мешок. Золото-мешок. Он теперь богат. Ой, какой любви надо, надо. Я помочь буду.